Всем добрый день. 12 часов дня. Отличное время для того, чтобы порисовать. Я надеюсь, что у вас вы... Если у вас есть дети, внуки, вы их отправили в всевозможные школы, и университеты, и у вас появилось прекрасное время для того, чтобы уделить его себе, своему творчеству. И я вам сегодня в этом помогу. Меня зовут Михаил Мишинский. Давайте сделаем небольшую перекличку. Кто уже подключился, подождем, вместе с этим подождем те, кто еще подключаются, напишите, пожалуйста, откуда вы подключились к нашему прямому эфиру. Я вижу, что Наталья пишет, она из Петербурга. Мы тоже находимся сейчас в Петербурге. У нас прекрасная солнечная погода. Как, кстати, у вас погода? Соответственно, давайте чуть-чуть еще подождем. Я параллельно, пока все подключаются, три минутки, расскажу, что мы будем сегодня делать. Мы сегодня с вами будем рисовать картину прекрасного, мною любимого, молодого немецкого художника Алпей Эйфи. Такое вот у него имя. Я давно его заприметил, мне он очень нравится. И в своем творчестве я в том числе, можно сказать, подсматриваю за какими-то его приемами, потому что потому что очень важно, когда, когда вы создаете себя, создаете свой фирменный стиль, чтобы вы на кого-то опирались. Вот в качестве примера я вам скажу, что когда вот импрессионисты, постимпрессионисты, они не просто так там вместе проводили время в то время в Париже, потому что прямо можно смотреть, кто на кого влиял. И это очень важно, потому что за счет этого появляется рост. Итак, Иван, Иркутск, Санкт-Петербург, Барсик на солнышко. Да, Наталья, вы с нами вместе в Петербурге, поэтому на солнышко. Людмила, Казахстан, здорово, солнечно. Добрый день вам тоже. Нина, Москва, как в Москве дела, как там погода? Мы очень скучаем. Недавно был в Москве на карандашной фабрике, очень, очень понравилось. И, ну, не успел, к сожалению, на арт... Москву, да, и вот не успел посетить, совсем задержались на карандашной фабрике. Итак, две минутки уже прошло, ждем еще минутку. Итак, наш немецкий художник, молодой парень, 87 лет, чуть младше меня. Татьяна, здравствуйте, чебоксары, очень рад вас видеть. Вы и на предыдущих наших прямых эфирах тоже были. И я мне очень приятно, что вы продолжаете нас смотреть. Он живописец, рисует маслом и, соответственно, рисует. Мне его отрочество откликается еще тем, что он, как и я, рисует абсолютно разные вещи. Он рисует цветы, рисует многофигурные композиции, рисует пейзажи, в общем, все, что только можно, потому что, на мой взгляд, я я считаю, что хорошо, когда у художника много разных сюжетов, разных тем, которые его беспокоят. Так, Москва пасмурно, ничего страшного, скоро наше солнышко к вам тоже перейдет. Итак, давайте тогда переключечку мы с вами сделали. Три минутки уделили тем, кто город Муром. Здорово, солнышко у вас, отлично, отлично, вообще здорово. Потому что в Петербурге, как вы знаете, наверняка или слышали, кто не живет в Петербурге. Солнце в Петербурге это редкое такое мероприятие, поэтому, когда оно есть, надо отбрасывать любые все дела и бежать просто на улицу. Ну, в данном случае мы бежим э, с, к Мольберту, потому что есть возможность порисовать в хорошую погоду, в хорошее настроение. Марина, да, я тоже с вами, только вы у нас еще не были. И я думаю, надеюсь, что вам все понравится сегодня, потому что сегодня будет интересно прям 100%. Итак, давайте поговорим. Все, мы закончили прикличку. Если кто-то еще будет что-то писать, я еще буду откликаться, отвлекаться на это. Поговорим о палитре. Что нам сегодня потребуется? Те, кто регистрировался на наш прямой эфир, видели список материалов и, соответственно, что нам нужно? Нам нужны салфетки. Что касается салфеткам? Я использую влажные салфеточки просто из гипермаркета. У меня есть видео, почему именно они. Вот посмотрите это видео, и я вас, я вас уверяю, прям вы все поймете. Можно, кроме этого, использовать бумажные салфетки, можно использовать просто старую тряпочку какую-нибудь проходившуюся. В общем, как вам удобно. Кисти я буду использовать синтетику и щетину, потому что холстик у нас не маленький, 40 на 50. Но он для меня, для моего творчества он маленький, потому что у меня холсты я обычно рисую больше метра и до двух. Есть даже метра, до четырех метров у меня холсты. Вот они, такие вот там только что оператор нам показал. И, соответственно, поэтому у меня сегодня щетинки, синтетики разных размеров. В данном случае такую работу, которую мы сегодня будем с вами рисовать, ее можно сделать абсолютно любой кистью. Мастихин. Мастихины, есть куча разных мастихинов. Соответственно, Моя любимая форма мастихина вот такая вот, смотрите, специально сейчас сделаю вот такой. Смотрите, какая у нее классная, мне нравится за счет того, что у нее есть вот эта длинная форма плюс тонкий кончик. Но скажу по опыту, мастихин это вообще такой какой-то интимный инструмент в живописи, потому что каждому человеку нравится сво, своя форма, своя форма мастихина абсолютно. И чаще всего это, видите, как их много. У меня вообще супер много мастихина, смотрите. Используйте, напишите, кстати, используете ли вы мастихины, особенно такие закадычные, вот такие смешные. Но на самом деле я не очень люблю. У меня тоже есть по, по этому поводу целый, целое видео, где я рассказываю, почему нужно не злоупотреблять такими мастихинами. Итак, Алексей, добрый день. Соответственно, у меня такая форма мастихина, вы можете взять другу любую. Разбавитель. Соответственно, что у нас по разбавителю? Я использую классический пинен без запаха, ничего, ни двойник, ни тройник. Кто сегодня рисует или в целом рисует масляную живопись? Напишите, что вы используете. Опять же, дополнительно в видео я специально делаю огромное количество таких коротких видео, где рассказываю о о том Прям по крупицам, что есть разбавитель, что мастихины, что я сам использую. Если вы используете двойники тройники, напишите: используете ли и почему? Почему вам нравится? Ну, наверняка вам нравится, потому что вам кто-то об этом сказал. Но все равно интересно будет ваша точка зрения. Итак, переходим к краскам. Краски списочек матери... красок был к регистрации у вас в наличии, но проговорю, что я использую. Белила. Обратите внимание, как эту историю я выдавливаю такой полосочкой. Важно, я. Я рекомендую вот сразу если вы этого не делали еще научиться а, научиться почему-то пишет лорис что не начинается мк волнуется сейчас начнем мы сейчас обсудим материалы и перейдем уже к рисованию а, белила выдавливать вот таким вот образом потом а, по красочкам у нас идет Лимонка, кадмий средний, охра, сиена, пару красных, розовый, баклажанчик, пару зеленых, кобальт ультрамарин, темно-синий, темно-коричневый, э, темно умбра ленинградская. Итак, давайте переступать к, к рисовашке. Я открываю себе референс. Я открываю себе референс и мы начинаем. Так, фокус у нас. Э, все ли хорошо слышно, все ли... Барсик пишет, что ему нравится на двойники. Отлично, с удовольствием. Потом, соответственно, поговорим об этом чуть позже, но это интересная тема. Я сейчас беру кисть побольше, смачиваю ее. И мне очень нравится в такой технике, это микс между классической живописью и более современной. Мы не начинаем сейчас с рисования пиона, несмотря на то, что у нас этот пион здесь у вас в левом верхнем углу. Мы сейчас мешаем такой подмалевочек. Почему? Во-первых, мне нравится, когда работа начинается с эмоций, с какого-то настроения такого. Беру сиену немножко, беру белила, беру охру. Давайте возьмем туда какой-нибудь еще немножко темно-синий, либо кобальт, все, что у вас есть. Нам нужно просто попачкать этот цвет. И давайте просто чуть-чуть еще возьму умбру. Я вообще люблю помешать. И тоже вам рекомендую, чем больше вы будете мешать цветов, тем будет лучше. Вот так. Это то, что нужно. И достаточно обильно. Просто берем и пачкаем холст. В общем-то это подмалевок, но в этой работе это будет не лишняя история. Почему? Потому что вы, во-первых, сразу же испортили холст и не боитесь потом его испортить. Это такой очень удобный, э, очень удобный способ рисования. И прям берем и замазываем. Можете где-то немножечко менять этот оттенок, взять, допустим, больше умбра ленинградской. Умбра ленинградская, кстати, один из моих любимых цветов. Мне кажется, он незаменим. Его нету во французской палитре. Он есть только, ну, логично по названию этого цвета, можно понять, что умбра ленинградская могла появиться только в, в, краске, в красках, которые находятся в нашей стране. И вот это прям заметно, может быть, потому что нет такого, таких жухлых цветов во Франции, поэтому французские краски не имеют такого насыщенного, сложного, интересного цвета, как умбра ленинградская. А особенность его в том, что вот вы сейчас можете посмотреть, он коричневый, а когда мы его разбеляем, он становится серым. видите, он не он не разбеляется в светло-коричневый сиену, а он разбеляется в в такую. и вот это мне очень нравится. и прям видите, мы прям берем и все это дело пачкаем. в данном случае, как я уже сказал, у нас сегодня современный пион прекрасного немецкого художника и есть повод по, по, побаловаться. Можно ли применять такой способ рисования в, в рисовании более классических историй? Можно. И причем э, у меня есть даже по этому поводу курс, где, где я показываю, как работать с фотографией и применять такой способ, потому что он дает вам возможность как-то ну, немножко по-другому посмотреть на вещи. Вот Светлана пишет, что ей тоже нравится Умбра. Да. Есть у меня несколько цветов, которые я очень люблю. Итак, если вы, я, видите, достаточно тонко это сделал, у меня прямо нету здесь никакого, никакого пастоза. Если вдруг вы, допустим, взяли чуть больше, чуть пастознее краску или много разбавителя, вы можете взять и это все дело вот так подтереть. Вот на этом этапе сейчас это очень сильно похоже на на классическую живопись. Но мы потом все исправим, не переживайте. Итак, беру кисточку потоньше. Вот у меня была кисточка такая, сейчас кисточку побольше, потоньше беру. И давайте мы наметим рисуночек. Какие цвета я рекомендую для того, чтобы намечать рисунок? Я рекомендую... Я хоть в кадр не вхожу, но я здесь. Соответственно, какие я рекомендую? Если у вас преобладает синяя палитра, то возьмите лучше кобальт. Почему? Потому что он прозрачный цвет. Видите, вот я разбавляю, и через него палитрочку, даже через камеру видно, что палитра просвечивает. Если у вас больше охры, о, в смысле не охры, а теплых цветов, то, соответственно, берем охрочку, разбавляю и используем в качестве рисунка вот этот цвет, охру. Почему не, не, я не рекомендую брать зеленый? Потому что это очень интенсивный цвет, и когда вы потом будете красить. Даже, вот видите, у меня в, в референсе есть зеленка. Но потом вы будете красить фон, будете красить розовый, и зеленка будет все пачкать. Поэтому рисунок не рекомендую брать зеленку и красный. Они тоже будут вам все это дело пачкать. Я возьму кобальт не потому, что фон у нас, а потому что для разнообразия у нас охра все замазано. Давайте возьмем. А, композиция да, шаш простая. Я думаю, что даже если вы у вас нет большого опыта, то, ну, вы должны справиться. Тут не все это дело несложно. Видите, вот а, сделаем, чтобы замерить, берем, ставим кисточку, проверяем, вроде нормально. Да, И немножечко стоит под углом камере, поэтому у вас может выглядеть, что а, чуть-чуть где-то неровно. Но не беда. Так, идем дальше. Пока. Можем делать такое, я всегда своим ученикам говорю, делайте такой простой детский примитивный рисуночек. Да? Вот мы сделали этот рисуночек и делаем вот. На каком-то этапе в 20 веке художники уже ставили подпись и продавали свою работу. Видите, как по-разному можно, э э э можно относиться к живописи. А, так, Смотрим, что у нас получилось. Вот примерно такой, такого размера. Можно сделать его меньше. Можете сделать его здесь. В форму баночки, да, у него такая вот, несмотря на то, что он. Э Художник немецкий, но у него очень такая баночка. Наверное, просто во всех странах одинаковые баночки, поэтому она у него такая. Можно сделать баночку там, допустим, поуже. Да, тоже не забывайте, когда вы делаете копии, у вас нет задачи скопировать дословно эту работу. У вас есть задача вдохновиться ей, увидеть какое-то цветовое решение композиционное решение, стилистическое решение, но нет задачи э, прям дословно ее копировать, поэтому вы можете что-то менять. Но, в принципе, можете и, если уж вам все прям решительно нравится, можете, конечно, и э, ее покопировать прям дословно. Так, хочу ли я добавить еще сюда? Да, да, давайте добавим. Почему нет? Вот так вполне себе вполне себе неплохо напишите пожалуйста кто сегодня месяца а они просто смотрит чтобы я ориентировался в том числе на вас и вы могли и вы могли успевать за мной потому что я рисую достаточно быстро энергично что здесь относительно сумочка вот мы сделали баночку редактировать очень удобно Редактировать очень удобно, просто берете более насыщенную краску. Важный момент, почему я не выбрал, почему я не выбрал Карандаш. Многие рисуют сначала рисунок с карандашом, потому что карандаш достаточно пачкает из-за графита холст при работе с разбавителем. И плюс, когда вы, допустим, что-то промахиваетесь, вы взяли салфеточку. Просто вот ответ, почему я использую влажные салфетки. Потому что здесь вообще ничего не нужно. Вы просто взяли влажную салфеточку, из пачки и стерли. И при этом, у вас, если вы, там какой-нибудь еще кремчик в салфетках, то у вас вообще нет, у вас нет проблем. С Кожей, у вас всегда увлажненные руки. Это важно, потому что вы всегда работаете. Видите, я всегда держу ее. Итак, продолжаем поправили. Важный момент. Нужно понимать, что цветочек этот стоит, он опирается в, в, в одну грань, и вот где-то здесь, видите, он тоже не в край сделал. Обратите внимание, на референс не в край, он где-то вот сюда это сделал. А насколько важно переносить прям дословно? Нет, вы можете просто соединить две точки где-то здесь и упереть. Да? Не стоит делать цветок куда-нибудь сюда, потому что он будет просто такой висеть. Поэтому сделаем, упираем его вот здесь и потихонечку начинаем детализировать. Отлично, Алла, здорово, что вы. Здорово, что вы рисуете, Марина, тоже здорово. Так, продолжаем. У нас еще будет время, когда вы сможете меня догнать. Я буду отвечать на какие-нибудь вопросы, еще на что-то. Так, добавим, добавим водичку. Потом, как рисовать эллипсы. Здесь есть несколько эллипсов, хоть и не очень очевидных, живописных. У меня тоже есть на YouTube видео, можете зайти и посмотреть. Просто, понятно, доходчиво я рассказываю о том, как сделать эти самые рыбки, эллипсы, чтобы они не были похожи на рыбки, а больше были похожи на эллипсы. Так, делаем еще один лепесточек. Просто берем и делаем наш с вами рисуночек. Здесь у нас один, здесь второй. Там, кстати, очень классный еще один бутончик. Видите, у него два тут бутона. У него такой мини-букет. У него вот здесь бутон и вот здесь большой бутон. Вот такой вот. Здесь у него. Ирина, здорово. Вы тоже рисуете, это классно. Значит, мы будем вот. И Новосибирск, некогда мой, кстати, родной город. Я очень давно, когда был маленький, жил, родился в Новосибирске, не жил, а родился в Новосибирске, потом оказался в Петербурге. Итак, мы с вами побаловались, сделали рисунок. Давайте приступать уже к живописи. Я начну сейчас зеленки. Я начну зеленки, причем тоже буду использовать ту же самую щетину. У меня щетина номер э, номер 3. Но здесь проблема с номерами. Многие спрашивают, какую вы там кисть используете, третью или не третью. А проблема заключается в том, что у разных производителей э, ра разные числа указаны. То есть троечка может быть вот такая, троечка может быть совсем крокотная, троечка может быть вот такая вот. Поэтому ориентир скорее вот я использую сантиметровую щетину этого более чем когда мы начинаем работать с уже непосредственно с живописью то я всегда рекомендую брать брать Самый насыщенный темный цвет. Почему? Потому что у вас будет сразу, у вас есть градиент от светлого, от темного к светлому. Да, вот он у нас нарисую вот так вот. От темного к светлому. И вы сразу для себя делаете эту грань, что все, вот, вот вы за нее не уходите, и вы потихонечку высветляете и доходите до светлых участков того элемента, который вы рисуете. А по этой причине всегда начинаете с, с темного. Еще причина, почему надо э, начинать. С темного это такой психологический момент. Я всегда проговариваю со своими учениками на офлайн-занятиях эту информацию. Заключается она в том, что контраст дает, знаете, это как десерт. Вы, он дает ощущение сразу какой-то вот красивой картинки, и вы эмоционально сразу чуть помазнули, ваша работа яркая, насыщенная, контрастная, и у вас сразу появляются силы, крылья, чтобы эту работу дальше продолжать. А когда вы делаете такую жухленькую, боитесь цвета, боитесь контраста, вы делаете жухленькую работу, и в какой-то момент вы эмоционально такие, еще кто-нибудь, не дай бог, какие-нибудь родственники придут или друзья, знакомые, скажут, ну, какой то ты ерунду рисуешь, и все. Холст отправляется куда-нибудь в кладовочку. Поэтому у вас, вам нужно всегда помнить о психологической фоне в работе над своей картиной. Итак, я беру темно зеленое, это травяная зеленая от Ладоги Мастер-класса, э, индиго или синий стальной, в зависимости от того, какой у вас э, производитель. И мы начинаем делать... Э, и мы начинаем делать с вами уже проработку. Достаточно объемно, жирно я мажу. Нормально ли видно, напишите, пожалуйста, все ли, все ли вам видно. Так как у нас есть здесь фон, несмотря на то, что на референсе вы видите его голубеньким, а у меня он охристый, ничего страшного, это не, fronts, это не ошибка, у меня все в порядке. Но... но... Это даст нам возможность сейчас не не переживать насчет ровности контуров и там вот выписывания этих лепесточков. Мне поэтому и нравятся такие более более такие смелые картины. Это всегда дает возможность вот прям раскрыть. Видите, я прям Насколько пастозно я делаю? Достаточно пастозно. Если кто не знает, что такое пастозно, это значит жирно. Давайте добавим, вот у меня здесь зеленый, у меня здесь синий стальной. Давайте добавим еще сюда баклажан. Просто для того, чтобы он чуть-чуть поменять настроение цвета. Вот вы взяли, мазнули пару мазочков. А когда вы добавляете какой-то цвет дополнительный, старайтесь, вот вы взяли раз, мазнули, два, мазнули, три. Чуть-чуть, чтобы он понемножку, но был везде. Да, потом мы берем от цветочка взяли и безусловно тут я думаю что вы видите есть более светлые пятна э -э зеленки мы к ним вернемся по темной краске очень важный тоже теоретический момент который нужно э -э просто вот теорию как таблицу умножения запомнить по темной краске, светлой, можно мазать сколько угодно. Потому что вы можете высветлить и до, до белого. Даже вот сейчас я возьму сюда, начну белать, мазать белым, оно я, у меня все высветится. Но, если вы решили нам, намазать сюда светлой краски, а потом поняли, что вы промахнулись, и вам нужно темнее, вот тут у вас будут проблемы. Почему? Потому что белила самая интенсивная краска. И вот затемнить белила будет очень сложно. Видите, подвижения мазков я делаю такие, я бросаю как бы кисть в, в сторону, в сторону лепесточка и прям так оставляю. Мне нравятся какие-то тут вибрации такие сродни абстракции. Почему нет? Итак, у меня есть видео, кстати, по поводу того, как мешать зеленый цвет. Я всегда рекомендую зеленый цвет мешать из других цветов. Мне, кстати, очень удобно. Обязательно подпишитесь на наш канал, потому что я там делаю кучу коротких видео, в которых рассказываю прям про мелочи. И там как раз есть про то, как надо мешать. Я сейчас скажу коротенько, я всегда рекомендую мешать. Видите, я, у меня один цвет, второй, третий. И я таким образом формирую свою палитру. Это супер удобно, кстати. Так, мешаем зеленку. Я беру э, э, лимонку. Давайте возьмем лимонку и возьмем кобальт. Вот такой у нас получился цвет хороший. Итак, давайте мазнем куда-нибудь этот цвет. Я тоже сейчас, как вы помните, наша шкала темная-светлая, я сначала сделал темную, потом я делаю среднюю, потом посветлее, потом уже делаю светлые пятна. Да? Всегда идете к светлым оттенкам постепенно не надо сразу прям брать и мазать все все светлым тоже делаю очень э, легкие э, такие вот не не переживайте насчет контура он сейчас вам не нужен мы контур будем редактировать уже потом где-то что-то здесь не бойтесь испортить, потому что мы уже холст испачкали, он уже, можно сказать, испорчен. Давайте сделаем зеленочку посветлее. Можно добавить, я взял белило, взял лимонку, можно добавить охру. Давайте добавим охру. Белила, охра. Вот так. Охра вообще хороший цвет. И сиена, кстати, тоже до кучки можете дополнить. Так. Вот сюда мы уже что-то мазали, добавляем еще одну мазюльку. Можно добавить еще чуть-чуть и тоже бросаем сюда. Очень, картина очень абстрактная, очень такая эмоциональная. Сделаем стебелечек. Может быть, я даже видите, вот как раз сейчас у меня, есть возможность, у меня есть возможность взять предыдущий цвет, не мешая его. Вот мы там его уводим. Здесь у нас еще один, еще один стебелечек. Выведем его сюда. Прекрасно. Сейчас я протру кисть, потому что у меня там много зеленки, а мне нужна зеленка по насыщеннее. Вытираем кисть. Когда вы работаете с разбавителем, не болтайте там, как в детстве, в акварельной баночке, когда вы отмывали там гуашь или акварель. Касайтесь сверху баночки с разбавителем, разбавитель остается чистый, кисть становится мокрой, вы ее таким образом э, моете. Важный момент, почему-то дети сразу этот момент понимают и используют, а взрослые иногда любят, любят попачкать. А чистый разбавитель он вам еще пригодится еще в процессе. Вот уже видите, добавляем добавляем более насыщенную, более яркую красочку. Более чистую. Да, у нас есть контраст между э, вот таким образом. Где-то здесь еще можно бросить. Вот тут мы сделаем. Можно э, еще прям взять э, лимонку желтый. Лимонку желтый. Давайте у него очень хорошее такое там решение. Сделано в стебелечках. Видите, он прям берет. И как раз сейчас, эти можно взять уже кисть потоньше. Я беру сейчас свою любимую кисть с красным концом. Я не знаю, продаются ли они в вашем городе, в Петербурге, в Москве. Их точно можно найти. назвать кисть для живописи синтетика. Номер 0. И она вообще прям супер классная. Я очень рекомендую вам ее. Я на ней работаю уже все свои много лет. Так видите, я добавляю цвет. Достаточно насыщенный, желтый. Здесь тоже мы добавляем где-то есть акценты, можно просто побросать, потому что потом, потом мы еще вернемся к этому. Где у нас еще желтый? Здесь у нас желтый, какой-то здесь можно элементик бросить, что-то здесь, но ну, вот вполне уже, уже что-то выпачковывается. Здесь тоже просто беру чистый желтый, смотрите, просто беру чистый желтый и пару, пару пятен бросил. Почему нет? Так, у нас еще, обратите внимание, есть красные стебелечки. Давайте мы сейчас возьмем красный по насыщеннее и добавим туда чуть-чуть, чтобы его приглушить. Добавим туда, добавим туда сиен. Вот я добавляю и потом у нас также вот сюда по зеленке она пойдет, пойдет потом вверх. Прекрасно. Когда вы работаете по другому цвету, в данном случае я работаю по, по зеленке, то просто один, у вас есть один мазочек. Как только вы мазнули, у вас кисть становится зеленой, поэтому вам нужно ее чуть-чуть обновить, и таким образом где-то где снять этот зеленый, либо об, об, салфеточку, либо от саму красочку. Давайте посмотрим еще у него здесь очень классная, очень классная здесь вот эта вот тень. Я ее рисую, обратить внимание специально больше. Потом где у него еще какие-то красные пятна, можно где-то здесь сделать, здесь сделать спион, и мы потом разберемся. И давайте сделаем основу для основу сделаем для нашей бутылочки. Там есть такие жухлые оттенки. Это у нас сиена, это белила, чуть-чуть красного. И чтобы попачкать, давайте возьмем какой-нибудь синий. Допустим, либо синий, либо умбру. Любой грязный цвет. И... Ну вот так, можно чуть посветлее. Я вот сейчас закончу вот с этой баночкой и буду готов... Подождать всех, кто рисует, и заодно поотвечать на вопросы и отвечать на вопросы. И тем самым дать возможность рисующим нашим художникам сегодня успеть за мной. Просто делаю, видите, такую вот сильно большую, большие пятна, чем нужно. Я думаю, что не знаю, понимаете вы для чего это нужно? Если нет, то, то скоро поймете. Итак, мы сделали. Мы сделали, можно ли сделать напишите, пожалуйста, кто кто уже наметил зеленку. Достаточно простая сейчас, достаточно простая сейчас живопись. Здесь несколько мазков темной средний светло-зеленки желтого здесь мы сделали основу но уже как-то хорошо знаете уже вот сейчас кстати тоже очень важный момент когда вы смотрите на современную живопись вот в этом в, в этом контексте очень сильно вот такие вот маски похожи на картины на мини букеты мини букеты э, Мане Эдуар Мане, у него есть букетики такие классные, и вот они очень сильно похожи на него. Так, вопросиков нет, поэтому я так понимаю, все в процессе, все рисуют, я тогда начну делать, я тогда начну делать пион. Для этого я чуть-чуть, чуть-чуть э -э -э, уберу палитру, чтобы у меня была эта палитра, вот так вот. доступная для, для пиона. Берем кисть среднюю, я беру среднюю кисть, у меня была до этого щетина, я беру сейчас синтетику, просто, ну, просто чтобы показать. Начинаем тоже с темного, беру розовый, беру баклажан, если у вас нет баклажана, можете взять краплак, тоже сюда хорошо, можете взять красный и умбру, тоже нормально, и давайте попачкаем сначала с темного. Берем и прям... И берем прям... Мажем. Розовенький баклажанчик. Кто спросит, как он, как он называется, он, в общем-то, так и называется. Это баклажан, краплак. Просто в разных, у разных производителей эти красочки по-разному называются. Поэтому здесь, безусловно, нужно исходить из того, на какой палитре. Кстати, скажите, какие вы цвета, какие вы красочки используете? Я использую разные цвета сам по себе. У меня есть и, и прекрасный сонет, и, конечно же, ладога и мастер-класс. И еще использую французскую пебию. Они до сих пор еще, кстати, продаются в России. Я очень рекомендую те кто, те, кто любит рисовать на хороших красках, то вот прям хорошо. Я на них тоже работаю уже, наверное, лет 15. Добавляю сюда кадмий красный, темный. И давайте мы добавим сюда еще чуть-чуть вот так вот. Он сам по себе, тут самой мазюки не так много, на самом деле, если мы посмотрим. Я сами пятна делаю больше, чем нужно, больше, чем нужно по размеру, потому что я потом светлым буду их, буду их убирать. Видите, на референсе буквально тоненькая полосочка, а я делаю так лихо, много. Но за счет этого у меня будет возможность потом ее подправить вот так вот потом давайте мы возьмем красный красный кадмий светлый возьмем желтый кадмий желтый средний и совмешаем этим и самым мы добьемся хорошую рыжую красочку и буквально здесь делаем такой вот один один мазочек потом намешаем желтым посветлее и еще один мазочек. Обратите внимание, что на референсе еще вот тут у нас сделано у него намек на, на то, что там есть. Видите, я делаю один мазок и потом обновляю красочку. Потом я могу взять зеленый и поверх вот так сделать. Видите, вот у нас получается такой, собственно говоря, нужный нам эффект э, глубины. Вообще это очень такая история э, неплохая. Беру сейчас сразу, раз я туда залез, почему нет? Кисти, кистей у меня больше, чем одна, поэтому есть возможность э, сразу здесь сделать контраст. Вот так вот я мазну здесь мазюльку темную, взял умбру, взял темно-зеленый, все, что мы сегодня использовали. Как правило, хорошо, когда вы используете несколько там цветов, которые так все, во всей работе у вас так и, и перебегают. Итак, продолжаем. Мы возвращаемся к красному. Берем красный. Можно уже потихонечку добавлять розовый. Давайте мы добавим розовый и добавим белила. Вот они наши белила. Вот, все, пошел, пошла розовинка. И вот мы тоже большими, смелыми... Я очень рекомендую тем, кто так много в том числе занимается более классической живописью, рекомендую иногда делать копии вот таких работ, вот в такой вот в технике, потому что оно... Оно дает возможность немножко поститься И я скажу, как человек, который имеет классическое художественное образование, прямо вот самое классическое, причем достаточно много у меня было этого образования в жизни, то потом вы увидите, что в ваших классических работах, академических, если хотите, работах, потом вы увидите, почему это очень хорошая практика. Вот мы начинаем лепить. Лепим мы по форме видим, что у нас есть один бутончик, другой бутончик. Мы делаем, как я уже говорил ранее, мы делаем это все дело по по побольше, чем нам нужно, да, то есть э, мешаем э, делаем маски больше, чем они есть на на оригинале. И понемножку переходим уже к формату тоже я по чуть-чуть, видите, я прям по чуть-чуть подбираюсь к белому. Я просто взял этот розовый, разбелил его белым. И я прям понемножку к нему подбираюсь. То есть я не беру сразу много белого для того, чтобы у нас... Чем больше у вас будет оттенков, тем эффектнее будет ваша, ваша работа. Это прям проверено. Можете сделать 4-5 оттенков розового в пионе. Хорошо. Можете 10 сделать. Видите, я еще мешаю. Еще добавляю. Можете взять добавить капельку желтенького. Просто чтобы у вас появилась теплинка в нескольких мазочках. Возьмите, добавить. Может быть, они, конечно, там сейчас на камере. Вот как раз про то, что я говорил. Видите? Я беру и делаю эти линии тоньше. И за счет этого у нас уже появляется какая-то история здесь. Вот. Все ли вам хорошо видно? А то как-то в чатике тишина. Хочется, хочется услышать. Все, все, видимо, в процессе, все в работе. Вот так вот мы добавляем. Мы по-прежнему еще обратить внимание, я не, я не делаю пока белилы. То есть я по-прежнему работаю еще достаточно насыщенной э, достаточно темной краской. Вот здесь у него хороший такой мазочек, хочется его сделать прям одним мазком. Видите, я я всегда за то, чтобы, знаете, когда вы рисуете рисунок, чтобы карандашная линия была цельная одна, э, чтобы у вас вот так вот мы с вами намазали. Я, кстати, очень люблю сам рисовать пионы, у меня пионов этих много. И, соответственно, нет, я нахожу пионы достаточно кому-то, нравятся пионы. Я знаю, что с точки зрения рисования это сложный, очень сложный цветок. И все, я беру еще больше белил, я беру более пастозную краску. Обратите внимание, что я не вытираю кисть, она у меня как была, так и есть. То есть мне нравится, что она... Ирина, спасибо вам большое. Мне нравится, что там есть какие-то вибрации цвета на этой кисти, и они мне как раз служат вот, э, необходимым мне объемом. Видите, я прям сделаю сейчас жирно, пастозно. Вообще, вот, э, когда у вас идет совмещение контраст. я всегда за, за контраст, за отношение в работе жирных, пастозных мазков с тонкой э, живописью, где-то в, в второстепенных элементах. Да? Вот мы мазнули здесь. Мазнем, давайте еще вот тут. Какие-то случайные вещи. Видите, я тут мазнул хорошо. Вообще э, с, э, убирайте неуверенность. Лучше, работы такие быстрые. Лучше сделайте, если вдруг не туда пошли, не то мазнули. Лучше сделайте другую работу. Эту закончите, а потом другую работу. Чем что-то переделать. Почему? Потому что иногда бывает, что э, особенно по... Отсутствию опыта, так скажем, да, нет уверенности. У вас там учитель не стоит под рукой. И он, никто не скажет, что вот это классный мазочек. Поэтому старайтесь, даже если не уверены, то ли вы делаете. Да делайте работу, посмотрите в итоге и уже, соответственно, потом делайте выводы. Ну вот, мы с вами продолжаем делать наш с вами пион. Я здесь делаю достаточно пастозно, мы потом кое-что поменяем тут э, в этом в этом пионе потому что как вы помните у нас еще с вами есть на на эти сколько у меня оттенков э, раз два три четыре пять здесь еще штуки четыре можно вы да, плюс белила еще и это белило еще хочу обратить внимание это белила еще даже не не из тюбика не открытый цвет так называемый да то есть там у нас еще есть какая-то вибрация цвета и то есть у нас мы по-прежнему еще с вами не дошли до той крайней точки под названием с свет да у нас было темные оттенки и светлые вот мы до него еще не дошли у нас еще есть запас и как раз об этом я говорил когда э, говорил про градиент вот такой у нас пиончик давайте посмотрим вот тут очень э, получается у меня контрастно вот у меня есть как раз тот самый прием когда я сохраняю всю палитру я могу вернуться сейчас цвету предыдущему цвету и добавить немножко он здесь имел в виду добавляю чуть-чуть добавляю желтого давайте добавим желтого убираем велило пока добавим желтый Ирина хороший вопрос задает. Я сейчас мазну этот мазочек и вам расскажу. Заодно мы дадим возможность рисующим нашим художникам чуть-чуть нас догнать. Я думаю, что я даже напишу, кстати, у меня такую тему. Обязательно скидывайте, на самом деле нам в любом удобном вам формате. Вопросы, потому что я сейчас делаю прям большую энциклопедию на YouTube, на нашем канале мини-видосов, мини-видеофайлов, где, где я повествую такие мелкие, мелкие моменты. На каких форматах можно делать? На любых форматах я понимаю прекрасно, что формат 40 на 50 и 50 на 60 это кроме того, что это много, по размеру много. Это еще и дорого, надо не забывать об этом. Да? И по этой причине я вам рекомендую вот такие вот истории, такую вот тренировку руки. Берите обычный Ватман, берете обычный лист бумаги Ватмана, госзнака, бумаги для рисования, плотный. Смачивайте ее обычным маслом с кухни, оливковым или подсолнечным, и рисуйте на ней вырабатываете цвет, вырабатываете мазок, вырабатываете композицию. Все это прорабатываете максимально. И за счет этого у вас будет появляться уверенность. И уже потом вы сможете смело идти, так сказать, в ряды, в ряды профессиональных художников. Но это, я говорю, если у вас нет бюджета да, на холсты, потому что холсты, особенно сегодня, это достаточно дорогостоящая история. Да. Но если есть возможность работать на холстах, конечно, работайте на холстах. Но если выбирать между бумагой и холстом на картоне, то я вам скажу, что не тратить деньги на холст на картоне, потому что это вообще без, ну, нет, там, там нет того удовольствия, как на э, холсте, а тогда зачем платить за него, если можно взять просто обычную практически бесплатную бумагу и на ней э, поработать. Беру розовый, беру розовый, кто-то может быть э, беру розовый и, соответственно, чуть-чуть белил, мне нужно просто чуть где-то несколько акцентов, видите. Конечно, безусловно, момент того, где эти акценты ставить, в этом и кроется вся загадка, вся загадка мастерства художника. Да? То есть скопировать мы любое изображение можем, а вот думать и понимать, где нужно что мазнуть, вот это посложнее. Но для этого вы со мной, и для этого вы приходите на на мои эфиры, и для, для этого вы покупаете мои курсы для того, чтобы вы научились понимать, где нужны эти акценты. Акценты я расставляю эти по чуть-чуть. Расставил там, расставил здесь. Беру розовый, беру, э, беру баклажанчик или краплак, да, у кого какой цвет есть, намешал. И тоже буквально несколько, несколько мазючек здесь, где-то можно добавить еще. Да, то есть я принудительно добавляю количество цвета в свой а, свой цветок. А вот здесь вот у него, я беру, возвращаюсь к зеленке, обратил внимание, смотрите, как у него хорошо это решено. Я надеюсь, у вас видно у него темная зеленка прямо вот сюда заходит, и это хорошо. Поэтому мы сейчас возьмем и вот таким образом. Посмотрели, как я сейчас делал мазок? Я я поставил кисть и ее кручу, видите, я ее кручу, за счет этого я постоянно вытираю новую свежую краску с этой кисти. Это важно, потому что если вы возьмете на жирный э, белильный слой, поставите кисть и начнете вот так мазать, то достаточно быстро вы начнете мазать светло-розовым цветом, а вам это не надо, вам нужно, чтобы у вас была э, там э, зеленка, видите, я прям смахиваю, у меня красный остался на кисти и понятно, что здесь, наверное, не будет видно, ну да, не будет видно. Рекомендую в следующий раз э, наши эфиры и вообще и мои курсы смотреть, э, смотреть на большом экране. Открывать на большом телевизоре, потому что у нас хорошее качество и, соответственно, оно даст вам возможность э, совсем по-другому смотреть. Итак, я предлагаю, э, сейчас я соберу свою розовинку, я выбрасывать ее не буду, потому что она ценная, важная и она еще может пригодиться. Берем мастихин, просто снимаем эти цвета все. И попросим сейчас нашего прекрасного оператора, чтобы он, чтобы он включил вот так. Да, можно даже, мне кажется, чуть-чуть сделать, чтобы весь холст был виден, потому что я сейчас начну работать со всем холстом. Итак, незаметно пролетело на самом деле почти 50 минут. Ну, первые пять минут уберем, потому что у нас были организационные организационные какие-то моменты, элементы. Но прошло 50 минут, и можно порисовать фон. Неплохо. Чуть он такой. У меня сейчас здесь. Да, у меня, Ирина, отвечаю на вопрос. У нас. Да, я. Как основатель школы арт-класса у меня образовательные процессы все находятся на канале школы, да, потому что это, в общем-то, моя школа, а художественные процессы, которые относятся ко мне как к художнику, они находятся на моем канале. Он отдельно. Я потом как-нибудь запущу информацию о нем. Это для тех, кто хочет понаблюдать за мной не с образовательным. У меня там нет образовательной никакой основы. Там только я рассказываю о своем творчестве, о том, как я сам рисую. И все. Там просто куча творческих процессов. Итак, фон. Мы сейчас будем делать фон. Обратите внимание, он достаточно жирный, достаточно пастозный и интересный по цвету. Вы можете взять здесь и его немножко поменять. То есть вы можете взять как кобальт с белилами, можете взять ультрамарин с белилами, можете взять до да, синий стальной индиго. А, вообще, что, что вам больше нравится, да, то есть вот берете, я уже смотрите, работаю с стихином У него там он джухлый, он понимает толк в, в живописи, не просто он большой молодец, не просто он мне нравится. А, я в, в контексте своего большого художественного опыта осознаю, что у меня нормально все со вкусом на художников. И я скажу, что он не просто так мешал, потому что важно, когда цвет сложный, когда он сложно намешанный и прям так хорошо живет. Я взял сейчас кобальт, взял ультрамарин, взял умбру ленинградскую. Вот такие. Все взял по чуть-чуть. Мешаю немножко я не мешаю сразу гору, несмотря на то, что у меня здесь сейчас целый холст. Добавляю белила. Теперь я начинаю его высветлять. Мне нравится оттенок. Можно ли его добавить, можно ли его сделать более... То есть, похож, мне кажется, да? Вот вам с камеры как? Похож? Нет, с референсом. Добавил баклажана чуть-чуть. Для чего я добавил баклажана? Просто чуть-чуть добавить какой-то вот сиренево-розового оттенка. Но я все, Прям крошечку такой добавляю, и это дает прекрасно. Давайте. Теперь начинаем помешивать. Запомнили, что я добавил, нет? Кто следит за внимательно за уроком? Вот, давайте. Все. И я начинаю вот таким образом. Слышите такой звук? Я втираю краску в холст. То есть я не набрасываю такой, видите, пастос, там даже тень, а я ее туда вгоняю в эту, в эту фактурку, и таким образом э, я его шпаклюю. Знаете, вот в стройке такое есть. Я это шпаклюю. И заодно параллельно с этим, как раз то, о чем я говорил, вы можете, точнее, должны, вы должны редактировать ваш цветок, да, ваши какие-то линии, которые у вас здесь появляются. Взяли. Вот так вот. Прекрасно. Прямо это очень все аппетитно. Я люблю, когда живопись аппетитная, потому что, мне кажется, у масляной живописи с, с кулинарией есть что-то общее. Потому что прям можно утолить голод визуальный, когда вы работаете маслом. И вот я скажу, что большое количество людей, которые приходят уже во взрослом возрасте к живописи, они прямо оценивают тот факт, что какие-то проблемы, вопросы в жизни, они уходят во второй план, потому что выдавливаете краску, мешаете пастозно хорошо, и потом у вас прям, не знаю, улучшается настроение. Это я прям честно скажу. Мало есть дел в, в жизни в нашей, которые позволяют, ну, спорт на самом деле еще. Что можно вместо кобальта взять? Я взял кобальт, я взял ультрамарин, я взял синий стальной или индиго. То есть вы можете, этот цветочек может быть на синем фоне, вы можете светло-зеленый сделать фон, вы можете сделать светло-розовый, если у вас есть диванчик, обойки, шторки какие-то симпатичные, вы можете подобрать. То есть, как я уже говорил, у нас нет задачи делать дословно копию, мы делаем, мы делаем настроение, в первую очередь, этой работы. Да, пока мне быстрее и проще заполнять холст мастихином вы можете, если... Хотя нет, не можете. Заполняйте мастихином. Учитесь это делать. Непростая задача. Знаю, потому что много учеников у меня, и, и они все время так нет-нет, смотрю, хоп, уже кисть в руках, пытается кистью мазать. Учитесь работать инструментами, учитесь работать правильно. Смотрите, здесь я оставляю, как раз вот для этого мы делали с вами подмалевочек, причем этот подмалевочек еще можно сделать в том числе и цветной. Изначально мы делали с вами с охрой, вы можете их сделать, допустим, розовенький, тоже очень хорошо будет, и его где-то оставлять в таких вот пятнах. Красочки у меня уходит достаточно много, но что делать? Нам нужна хорошая, красивая работа, а краски экономить нельзя ни в коем случае. Потому что это сразу фиаско. Так, снова мешаем. Все то же самое. Немножко синего стального, немножко кобальт, немножко ультрамарина, чуть-чуть баклажана. Видите, я уже я уже понял про пропорции и могу уже не глядя их эти пропорции сохранять. Снова берем белило, перемешиваем. Вот такое вот. Вот таким движением это можно делать без труда. Мне поэтому нравится этот мастихин, потому что у него есть и острые грани, видите, при этом у него есть достаточно ровная, приятная поверхность, широкая, с которой вы можете, можете мешать. И это будет вам комфортно. Ну вот. Продолжаем мазать. Как у вас получается, как у вас успехи. Напишите, успеваете ли вы за мной. Но видите, времени достаточно немного у нас на эфир. Поэтому давайте учиться торопиться. А деле скорость... Я своим ученикам рекомендую использовать в своем творчестве скорость, да темп. Почему? Потому что когда вы торопитесь, когда вы торопитесь, вы вы вынуждены отбрасывать второстепенные, неважные вещи и вычленять из вашей работы основные какие-то элементы, да, которые более важные. И это прям очень полезно, потому что когда вы никуда не торопитесь, у вас много времени, вы начинаете уделять внимание второстепенным вещам. Я сейчас попрошу, чтобы работу сделали побольше, потому что я сейчас уже перехожу к следующему, к следующей части. Вот так, да, спасибо большое. Вы начинаете обращать внимание на ненужные не второстепенные вещи, потому что у вас просто есть время на это. А времени у вас должно быть в обрез. Поэтому мы знаем прекрасные. Где-то, видите, мне неудобно мастихином. И я беру. Обратите внимание, что у меня. Где у меня палитра? Вот у меня палитра. У меня здесь кисточка, ой, в смысле, салфетка. Я мазнул и тут же вытираю. Вот у меня такое движение. После каждого мазка я вытираю свою кисть. Вот я снова, видите, у меня она зеленая. Я мазнул, у меня она зеленая. Снова вытер и идем дальше. Снова, оп. Обновляем салфетку. Итак, продолжаем. Сейчас мы здесь сделаем какую-то основу по, по контуру и уже потом дамажим, дамажим низ. Вроде бы простой, э, простой элементарный сюжет. Да? Простой элементарный сюжетик. У меня, кстати, здесь чуть выше должна быть банка. Ну, сейчас поправим, это не проблема. Но здесь есть цвет. Есть композиция, есть пропорция, есть удовольствие от живописи, и классная работа. Вот как Ирина писала, что очень нравится такой стиль. И он на самом деле большому большому количеству нравится людей, потому что так можно рисовать розы, невероятные розы, так можно рисовать пионы, ромашки, что угодно. Абсолютно можно рисовать что что вам нравится и поэтому при этом получать удовольствие, потому что понятно, что есть более классические э, сюжеты, есть техники классические, но при этом э, я скажу, что да, даже такие мазюки, я их мазюки называю, как-то у меня так э, преподаватель, который у меня преподавал в университете, очень классный, э, все время он так э, очень с иронией относился, он профессиональный живописец уже там в третьем поколении, и он все время с иронией относился и, когда придают значимости живописному процессу. Он, он, он никогда не говорил «я пишу картину», он говорил «я мажу». Он называл не, не картины, а шиврики от слова «шедевр», но так, немножко с такой, с легкой иронией в этом плане. И мне кажется, вообще, когда вы относитесь к себе, к творчеству с иронией, и Да вообще к жизни то у вас есть возможность как-то посмотреть и на себя и на свое творчество под другим углом и не переживать, что у вас кто-то может задеть или еще что-то просто рисовать в свое удовольствие уже самим над собой подшучивая и поверьте результат будет очень хороший просто потому что самый большой враг художника – это неуверенность, это переживание, что вот сейчас он покажет работу супруги, она в данном случае, да, супруги, там, детям, коллегам, и они скажут, займись чем-нибудь другим. Чуть больше я добавил, чуть больше я добавил, чем нужно кобальта, добавляю Сейчас больше, больше вот синий стальной. Все, вот он Индиго нам все спасет. Но вы используете тот цвет, который у вас соответственно есть, да, прекрасно. Окей, поехали дальше. Здесь тонкая веточка. Обратите внимание, видите, там у него тонкая веточка. Это очень классно звучит, потому что прям лепесточек, он очень. Когда вы работаете в такой абстрактной технике, очень важно, чтобы у вас была, чтобы у вас была, был контраст легких смелых абстрактных мазков с, с достаточно ровными элементами. Видите, хоп, веточка ровненькая. Можно даже взять еще кисть и где-то подправить, если вылезли, лишнего сделали. Видите, взяли, вот добавили вот такой вот элементик. И тогда ваша вот такая вот живопись, смелая, легкая, эмоциональная, она начинает, она начинает жить и работать. И это очень хорошо. Тоже здесь добавляем. Вот так вот. Тоненький контурочек. Да, убираем сейчас зеленку, которая у меня там собралась. Тоненький контурочек здесь тоже. Банка должна быть супер идеально. Если где-то цвет нужен, вы можете не обращаться для скорости, не обращаться к палитре. Я прям беру с работы. Вот у меня есть в работе цвет, я его взял. Но ну, опять же, если этот элемент еще у вас пока не завершенный. Если он у вас завершенный, конечно, туда лезть не нужно. И здесь, соответственно, тоже берем и делаем вот эту тонкую-тонкую тонкую тонкую грань вот так мешаем здесь все и делаю обратить внимание за один мазочек все снова потом обновляю цвет и продолжаем вот так пусть будет так у нас еще здесь тоже использую Использую тонкую кисть по-прежнему, потому что уже здесь такая детализация совсем минимальная. Мне уже туда мастихином не залезть. Оп. Здесь сделали, теперь у нас еще вот тут. Оп. Главное, чтобы рука не дрогнула, да? Все правильно? Так, здесь тоже мы сделали. Блики мы сделаем потом, это не сейчас. Дайте-ка я попробую здесь сейчас сделать... Вот такой мазок. Вот это хорошо. А, у нас еще вот тут мазюлька такая не очень ровная. Вот я уже себе джинсы на 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 накрасил. Но это нормальная история абсолютно. Так, продолжаем. Как у вас... Э Вот. Очень хорошую мысль Ирина написала, что рисовать нужно в свое удовольствие 100% в абсолютно. Даже если вам предлагают рисовать за много денег, но вам вытянутый холст, поэтому мне сейчас нужно будет. А... Ну, а с другой стороны, это не так страшно. Вот так мы сделаем. Потом еще где-то вот здесь у нас есть какая-то почкотня. Где у меня тут мазюки были, я взял, видите, и их подубрал обратно. Берем красочку и еще у нас здесь какая-то же. Но здесь это все надо понимать, что это абстрактная конструкция. Можете делать так, можете делать иначе. Ничего страшного, абсолютно вы можете экспериментировать. Так, берем белила, чистое белила, просто мастихин, белила и поехали закрашивать здесь. Где-то они будут с чем-то смешиваться, абсолютно не страшно. Но зато белила как раз здесь и дают тот нужный эффект такого солнца залитого. Вот так вот. Прекрасно. Ну еще пока очень хорошо. Еще пока мы с вами рисуем. Я надеюсь, что вы тоже еще пока рисуете. Если у вас есть возможность, отходите от своей работы, потому что я здесь сижу достаточно зажато. Зажато. Такое что-то итальянское в этом слове есть. То отходите, пожалуйста, потому что это очень полезно. Минимум на 2-3 шага. Есть отношения... 2-3 высоты холста, ну это все такое. Ну, отойдите настолько, насколько у вас получается. Конечно, если вы рисуете 4-метровый холст, отойти на два шага вам не поможет. Вам нужно отойти на что-то более серьезное. Но в, в обычные такие человеческие размеры двух шагов обычно хватает. Так. Продолжаем, видите, у нее специально сделан здесь такой абстрактный немножечко контур между горизонтальной и вертикальной поверхностью. Это тоже придает ну, своей, своей стилистике. У нее, кстати, есть такая прям совсем очевидная. своя очевидная стилистика есть, поэтому очень мне мне нравится мне причем интересно, что я тоже в работе использую похожие похожие в своей же использую похожие приемы, но я о нем узнал сильно позже чем я рисовал. И это, наверное, говорит о том, что просто сама идея каких-то живописных решений, она просто в воздухе летает. Вот эти вот сдвиги, я их называю, да, какие-то... Вот эти вот хвосты, вы можете их оставлять, можете их, как вам больше нравится, да. Здесь можете подправлять ее, это абсолютно без проблем продолжаем с вами мазать такую детализацию мы оставляем на попозже у нас еще продолжается эфир мы еще с вами рисуем мы хоть и торопимся но мы торопимся для того чтобы все успеть в первую очередь а не для того чтобы скорее-скорее закончить эфир потому что мы рисуем использую белила абсолютно больше я ничего тут не использую Так, продолжаем. У нас сейчас эллипс. Я думаю, что возьму-ка я... Возьму я кисть. Потому что это будет удобнее мне делать. Да. Взял синтетику мягенькую, не очень большую. И просто сейчас начинаем здесь мазать. Просто начинаем мазать. Если у вас есть возможность просушки в вашей живописи, вот вы рисуете такую работу, Возьмите и, конечно, просушите работу свою. Почему нет? Тогда у вас не будет белила с... Тогда у вас белила не будет смазываться, и у вас есть будет возможность... И у вас будет возможность спокойненько хорошими насыщенными белилами поработать. Но если такой возможности нет, то как сейчас мы с вами делаем, берем можем по по сырому ничего страшного так тоже можно просто чуть более трудоемко да то есть вот, вам всегда нужно обновлять свет где-то мне очень нравится еще когда он здесь применил такой прием Ну и вообще чем больше вы в при работе со стеклом чем больше вы будете использовать такие приемчики тем лучше так этим кусочком мы еще разберемся попозже это у нас еще не конец я пока делаю такую основу да то есть я пока смотрю что у нас тут в целом получается и потом будем уже с вами редактировать достал снова с салфеточку чтобы тирать мазюку с кисти потому что тут уже у меня зеленка голубой мне нужно чтобы у меня белила были чистые поэтому я использую вот такой прекрасный мазочек получился нет Ирина мы грунтовали холст для того чтобы, как я пошутил, для того чтобы его испачкать и не бояться потом его испачкать, Но это конечно второстепенная шуточная цель задача, хотя с другой стороны, почему шуточная? А основная задача для того, чтобы у нас вот как в классической живописи, академической живописи, чтобы у нас был были вот такие пятнышки где-то, видите, просвечивающие. Как я уже сказал, можно такой вот подмалевочек делать, как здесь охрой можно его сделать с такой вот попробуйте эту же работу нарисовать но только вот этот подмалевок сделать ярко-розовым и потом закрасите кое-где у вас он будет совсем чуть-чуть у вас он будет там пребывать и будет очень хорошо я вас прям уверяю будет прям отлично так ну основу мы сделали теперь надо конечно по чуть-чуть возвращаться к тому чтобы <coughs> чтобы уже редактировать. Самое любимое с детства занятие это блики расставлять. Они всегда такие. Они всегда самые сладенькие. Расставили блики и все, все сразу получилось. Пока так сделаем, а там посмотрим. Так, что касается вот этой вот верхней части банки, вы можете даже без цвета, даже без цвета, просто я беру чистую кисть и подвигать линии, которые у вас есть. Вот вы идете, эту подвигали сюда, эту подвинули сюда. Вот таким образом, видите, мы как делаем. Здесь также беру зеленку и просто ее вот сюда вывел. Вот сюда. Не хватает, мне кажется. Здесь еще нужно добавить. Беру охру. Беру охру и чуть-чуть добавлю сюда все-таки баночки. Не хватает здесь для того, чтобы... Вот так вот мы сделаем. И ее сразу сюда занесли. Оп. Вот мы занесли ее сюда. Сверху, обратите внимание, очень хороший у него блик. Сверху вот тут вот, вот. Мы его сейчас возьмем и сделаем. Буквально беру Белила, у вас уже много краски, поэтому она тут у вас смешается и даст нужный нужный эффект. Что у нас дальше? У нас есть у зеленки, нам нужно немножко сделать под верхний бортик. Вот тут тоже нам нужно сделать, как бы чуть сделать синий по насыщенной, Возьму синий стальной или индиго. Все, наверное, спросят, почему я называю синий стальным хороший вопрос каким хэштегом сейчас придумаем какой-нибудь хэштег классный и, и мои помощники вам подскажут опять же можете нам прислать на почту можете прислать нам в telegram whatsapp я дам обратную связь и мы выложим у себя ваши работы и даже если вы хотите чтобы мы вас отметили мы вас отметим будете будете в том числе Полезной нашей аудитории. Может быть, кому-то ваши работы понравятся, пригодятся, и вы будете набирать уже свою клиентскую такую базу. Никогда не нужно понимать, никогда не нужно от, от, отменять тот факт, что человеку может быть ваша работа быть по душе. У меня буквально на прошлой неделе позвонил человек и говорит: Здравствуйте, я вот 7 лет назад видел ваши пионы, и до сих пор вот 7 лет прошло, искала, искала. Но лучше ваших пьенов ничего не нашел. Это дословно, прямая речь. Я не, не, не скромничаю здесь. И знаете, как приятно, что человек 7 лет думал о работе. И вот она купила ее и довольна. Теперь у нее есть пионы. А вот нескромно, если сказать туда, я действительно я подхожу к живописи, зачем делать пионы, если делает их кто-то лучше. Поэтому я постарался, на мой взгляд, это правильный, наверное, подход, на мой взгляд, сделать максимально красивые пионы. И мне кажется, у меня это получилось. Вот сейчас я начинаю, видите, подправлять какие-то элементы. Там сделал баночку, здесь, тут, тут подправил. Наша сейчас задача с вами, вот в такой технике, она с одной стороны кажется простой, да, то есть кто-то, кто начинает делать, думает, ну это да что тут две мазюки, но здесь все равно нужна определенная аккуратность. То есть если у вас будет много э, неаккуратных элементов, так скажем, да, то суммарно мне, конечно, не отойти и сбоку мне, ну вроде нормально, ну, вроде нормально. Так, здесь я просто могу, вот видите, взять вот так вот и э вот так сделать. Почему нет? Плюс у нас с вами есть еще мастихин. Можно взять, если у вас есть мастихин поменьше. У меня вот есть мастихин поменьше. Можете мастихином поменьше просто где-то подправить. Тоже может быть. Очень хорошо это все дело звучит. Тут такой элемент, много всего. А это вот эти пересечения Ирина, ничего простого, нужна практика в руке. Да, и поэтому я и говорю, что возьмите, нарисуйте этот, вот эту работу, а нарисуйте потом еще ее и еще раз. Поменяйте, сделайте пион не розовый, поставьте себе задачу такую, не розовый, сделайте его белым, сделайте его теплым. Да? И я вас уверяю, вот начинаем уже делать тут вот какие-то элементы я вас уверяю, вы потихонечку начнете понимать, что действительно здесь, конечно, сложность определенная есть, но она не такая страшная, как вам могло показаться с самого начала. Очень нравится мне там элементик такой. В, мы берем зеленый, берем синий стальной, берем умбру. Да все, как все, что мы любим. И попробуем сейчас здесь сделать тонкую линию. Ну, получилось, в принципе, надо только теперь обновить цвет и его еще раз где-то. Когда вы рисуете тонкие линии, вы можете, конечно, взять тонкую кисть, еще тоньше, чем у меня. Не проблема. Но старайтесь, чтобы эта линия у вас была из нескольких цветов. Намажьте сначала один цвет, потом второй цвет намажьте. Ну вот, да. Вполне может быть. Еще какие-то у него очень неплохие идеи с, с, с такой вот с, с тонкой. Возьму умбру, возьму сиену. Вот я еще. Я, кстати, я еще в предмете. Видите, я еще не ушел с палитры. Цветовку много. У меня вообще оригинальная вот палитра, на которую сейчас я рисую вот вы сейчас ее видите одну четвертую часть моей палитры у меня вообще палитра очень большая на которой я сам рисую она больше метра и если у вас есть возможность я рекомендую вам такую палитру себе заиметь очень удобно такая у меня своя разработка этой палитры я давно уже сделал чтобы мне было удобно чтобы моим ученикам было удобно Так, чуть-чуть. Вот так. Все равно, видите, чуть. Вот я смотрю на экран. И есть ощущение, что баночка такая неровненькая. Но это потому, что холст чуть отвернут от непосредственно от, от самого... От самой камеры. Так, ну что, мы здесь сделали, здесь сделали. Давайте сейчас вернемся немножко к синему цвету. Посмотрим на целиком на работу. И я хочу еще где-то здесь побаловаться цветом. Сейчас я попрошу, чтобы сделали вот так вот, да. Где-то залезть на пиончик. У него там это присутствует, пусть будет. Да, где-то убрать лишние пятна я не все замазываю прям шпаклюю да такое чтобы было а все-таки оставляю какой-то элемент просто плюс ну, не совсем не совсем все так скажем так я вам обещал еще на то что у нас появится белила на нашем с вами розовом цветочке. Чуть-чуть с равно их пачкаю. Вот я беру чистые белила. Я добавил туда небольшую вибрацию розового и и как раз делаю вот этот самый важный нужный мазок. Есть такая же история. Можно даже побелее. Вот, можно видите, как раз и подошли практически практически к, к к белому и вон там вернем еще немножко ну красота скажите как вам э, как вам такая такая живопись как вам э, в целом мне кажется очень даже неплохо Смотрим еще. Те вещи, которые я сейчас сделаю, их, конечно, нужно... Э, нужно то, что написала как раз Ирина о то, том, что нужно поставленная рука. Но мы для этого с вами собрались все вместе, для того, чтобы из работы в работу мы потихонечку, потихонечку я скажу, что вот у меня в офлайн нашей школе... Есть люди, которые ко мне ходят 8, есть даже несколько учеников, которые ходят ко мне 12 лет. Вроде бы кажется, они должны были давно научиться, но здесь вопрос в том, что мы уже с ними работаем вместе, знаете, как они уже больше как советуются, понимаете, никак, они уже большие молодцы, они уже члены союза художников, у меня достаточно много таких э, талантливых учеников, которые пришли во взрослом возрасте, ни разу не рисовали и потом оп, и, и потом поняли, что это их работа, да, их, их, вообще это их жизнь. А мне, не, я думаю, что вы согласитесь, э, вот этот кусочек, он э, давайте поразмышляем, мне очень нравится еще с учениками размышлять на предмет, э, как, вот, как понять правильно ли правильно ли вы размышляете относительно живописи вот вы смотрите кусочек вот там он посветлее и за счет этого он какой-то более большую глубину добавляет в работе давайте попробуем его я взял розовый взял красный желтого чуть-чуть Лимонки, задача, понимаете, безусловно, цвета нужны, и я думаю, что мы не один, один еще эфир проведем в формате работы, работы с палитрой, потому что самая важная, на мой взгляд, самая важная задача художника, это как раз научиться работать с палитрой. А с ней можно учиться работать только в практике. То есть нельзя книжечку прочитать, знаете, такая, прочитали книжечку, хоп, и у вас все получилось. И вы такой большой мастер по, 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 по цветам, по цветоведению. Это только практика, только работа за работой, и тогда у вас все получится. Чуть здесь подожмем тоже пиончик. И что еще? Что? Где еще? Хочется ли мне здесь сделать? Хочется. Вот так сделаем? Сделаем. Да! Что? Вот так сюда последние буквально мазючки. Да. Вот так вот. Где-то было лишнее, взяли мастихинчик, убрали. Давайте посмотрим целиком на работу. Если у кого-то есть вопросы, потому что я уже двигаюсь к завершению, если у кого-то есть еще вопросы вопрос, обязательно мне сейчас задавайте. И у меня есть возможность вам, пока я смотрю на свою работу со стороны через камеру, у меня есть возможность вам поотвечать и параллельно, параллельно еще, может быть, что-то дополнить в, в, Вот сейчас, допустим, я увидел и понял, что мне не хватает здесь что мне не хватает здесь вот такой вот одючки одной. Еще берем белило и просто мажем. Видите, не мажет, потому что там густой слой. Значит, мы взяли еще один мазючку и еще раз намазали. И вот тут можно еще добавить. Вообще в стекле бликов много не бывает. Они там всегда хорошо звучат. Так, здесь бросим, бросим. У меня уже чистых белил нету, к сожалению. Уже все техника не выдерживает от нашего с вами сегодняшнего творческого настроя и порыва. Какой-то пожеванный вот этот кусочек. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Он какой-то нервный слишком. Надо его успокоить. Да? Слишком много происходит внимания в этом куске, который нам с вами не нужен в этой работе. Потому что наш главный герой кто? Наш главный герой пион. На это тоже я вам сейчас рассказываю, как надо размышлять, когда вы как художник, как оператор, так сказать, на пульте управления вашей картиной, вам нужно брать отсюда всевозможные какие-то цветовые вибрации. Да, вот мне не нравится этот переход. Зачем он там нужен? Еще вот, когда работаете с мастихином, видите, вот я мазнул, и там такая внутри одного мазочка такая идет не перемешанная краска. Вот я ее не люблю и не рекомендую без надобности ее использовать. Возьмите и прям на холсте перемешайте ее, вот так вот. Хорошо, а хорошо? Ну. Вот, беру, мешаю. Да, вот тут у нас, вот тут у нас нестыковочка идет, как раз мне с краю не было заметно, а вот здесь она есть. Я ее тогда возьму и спрячу. Никто не заметил. А вы никому не говорите, что у нас тут была нестыковочка. А нам надо здесь просто плечо сделать вот сюда. И тогда наша с вами баночка нормально себе живет. Оп. Сюда, сюда, здесь тоже сюда. Да, и еще я хотел сделать буквально один мазок. Ну что, uh, у него там несколько мазочков, они очень хорошо всегда звучат. Да, вот так. Можно еще сюда. Итак, попросим сейчас, чтобы камера вышла на меня, и я, чтобы вы вспомнили вообще, как я выгляжу. Нарисовали с вами пион. На мой взгляд, пион получился интересный, живописный, легкий. Вы посмотрели, что это, с одной стороны, как написала Ирина, да, нужно мастерство, но у вас теперь есть понимание о том, что это можно это сделать и э, в следующих эфирах и на моих курсах я буду показывать и рассказывать о том как это сделано э, спасибо вам большое что вы э, что вы сегодня со мной мне было очень классно с вами побеседовать э, важный очень момент для всех кто сегодня был я очень хочу чтобы вы э, вам придет на почту опрос и вы на него ответили. И желательно, если вы ответите на него очень честно, честно, почему опрос посвящен тому, что я сейчас хочу собрать марафон, который будет полезен вам. И когда я получу ваши ответы, у меня будет возможность этот марафон подправить, подкрутить. И действительно этот марафон станет полезны вам людям, которые рисуют, которые на практиках хотят получить информацию, которую будет, которую вы будете использовать в дальнейшем в своем творчестве. Поэтому буду очень признателен, если вы зайдете в этот опрос, который вам придет на почту или в соцсетях, в зависимости от того, где вы регистрировались, и пройдете этот опрос. А я, соответственно, буду ждать вас на следующем. В прямом эфире на следующей неделе. Также обязательно подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на наш инст... YouTube канал, потому что я туда каждый день я выкладываю там новый какой-то короткий, буквально на 2-5 минут видео урок теоретически, где я рассказываю о особенностях работы с цветом, о палитре, о кистях. Вот обо всем я прям разбил весь художественный процесс, разбил на маленькие пазлы и их вот так вот, и вы можете их в дальнейшем собрать. А, где в Петербурге ваша школа? А, наша школа находится в. У нас три школы, а, находится в центральном районе. Я думаю, что, конечно, не такая важная информация для всех, кто не в Петербурге. Ну, вдруг вы будете в гостях в Петербурге и тоже сможете. У нас находится на Васильевском острове на Петроградской стороне и на, в центральном районе у нас три школы. Нам 12 лет в этом году. А, а, вот Арт-класс наша онлайн-платформа. Мы только начинаем, только развиваемся, но я уверен, что вы тоже оцените наши, наши усилия и вместе как те ученики которые с нами 12 лет в оффлайне будете с нами долгие- долгие годы рисовать и развиваться. если есть еще какой-то спасибо большое марина за то что вы похвалили мой пион мне кстати тоже кажется что он такой более эмоциональный но я сам по себе человек эмоциональный поэтому это наверное нормально. Для нас открытие. Спасибо большое, Ирина. Ольга. Спасибо, вам спасибо, что вы были. Жду, как я сказал, на следующих мастер-классах с кистями, с холстом, с красками будем рисовать. Будет сложно, но будет интересно, будет весело. И я вас уверяю, это того стоит, потому что я вас потихонечку проведу, за ручку проведу в. В мир достаточно интересного творчества, интересной живописи, и вы останетесь точно довольно. Барсик, спасибо большое. Я надеюсь, я баран читаю ваш ник, возможно, на этом давайте подождем еще. здесь есть небольшая задержка, буквально наверняка 15-20 секунд. Давайте подождем, вдруг еще кто-то что-то хочет задать вопрос, спросить или просто написать мне благодарность. Мне это приятно здесь большой экран висит, и я на нем читаю ваши комментарии. В целом, да, пион у нас с вами получился. Наш э, прекрасный немецкий э, художник, который его нарисовал, ему тоже большое спасибо за вдохновение, у него классные работы. Я думаю, что за какую-нибудь следующую работу я выберу свою. И буду копировать собственную картину, э, который, которых у меня очень много. Очень много. И тоже можете ввести имя, фамилию мою в интернете, и вы найдете много информации обо мне. Я очень давно в деле, и как-нибудь сделаю прямой эфир, расскажу вообще о своих творческих. Банка просто супер. Банка да. Чуть-чуть она вам, у вас с искажением, но мы что-нибудь придумаем с этим вопросом. Все, спасибо большое. На этом я завершаю. 13.31, полтора часа. Это вот, я надеюсь, что я зарядил вас на сегодняшний день, на, на предстоящую большую или маленькую неделю, на несколько дней, на выходные. И как минимум на сегодня у вас хорошее настроение, и вы будете продолжать заниматься своим творчеством. Всем желаю хорошего дня и до новых встреч. Пока-пока.